Сегодня состоялась первая игра «Уралана» в третьем дивизионе чемпионата России. Противником «желто-синей молнии» стала астраханская команда «Волгарью». Наши футболисты с первых минут завладели инициативой на поле и открыли счет. Благодаря удачно проведенным атакам «Уралан» завершил первый тайм со счетом 4-0. Вторая половина матча также прошла под знаком «желто-синих». На противника оказывалось усиленное давление и, как результат, еще два гола в ворота гостей. Таким образом, «Уралан» стартовал в сезоне с уверенной победы 6-0. Следующая игра пройдет в Элисте 26 мая. «Желто-синие» примут у себя спортивный клуб «Астрахань». Были, конечно, сильнее сегодня эта команда, но в основном пока ошибки соперника привели к нашей такой крупной победе. Конечно, она немножко по счету нелогичная. Вот. Второй тайм это и показал, мы выиграли всего лишь 2-0. Вот. То есть в дальнейшем мы, конечно, будем подтягивать все компоненты нашей игры, которые сегодня не получились. Они получилось сегодня много. Даже в следующей игре 26 мая мы будем играть с более сильной командой астраханской, и мы надеемся, что мы сыграем лучше.